Всем доброе утро. Покажу вам сегодня запасы по многочисленным просьбам. Вот такая вот у меня картина мелом и глиной. Так, это у нас южный берег. 1 и 2. Дальше мел красный. Это у нас крошки мела и глины. Я буду делать печеньки из них. Это у нас карамель, если не ошибаюсь. Да, это у нас карамелька. Карамель, красный мел. Это щербет. Такая пластиночка сюда. Интересно. Ой, такой марки. Подвислая. Моя любимая подвислая. Здесь тоже крошки глины и мела. Здесь у нас калинка, потом подвислая, еще одна от другого поставщика, чернянка, это чернянка, видите, какая пыльнючая, титан, все просят его похрумать, наверное, сегодня сделаю, если не забуду, точнее, если время будет. Так, здесь у нас кто? А, это новый оскол. Да, вот здесь у нас новый оскол. Наконец-то я попробовала новый оскол. Новый оскол. Это тоже кусок подвислого. Здесь южный берег. Это желтая крымская глина. Это крымская глина кармин. Глина кармин, такая тяжелая, вот такого цвета кирпичного. Вкус у нее тоже такой более кирпично-печной. Но попадаются такие камушки, будьте аккуратны. Так, это у нас мотыль, это у нас нет, это молочный лед. Глина молочный лед. Моя любимая тоже глинка. Соленоватая. Это меренга. Меренга прям, ух, какая вкусная. Тоже попадаются, кстати, небольшие камушки, но редко попадаются. Это меренга. Крымская глина. Далее пищалка. Шоколадная девчонка. Так, и белая гора. Белая гора. В принципе, такие вот дела. Очень хочется заняться всем. Ой, какая глина, надо посмотреть. Это тоже какая-то. Угу. Здесь у нас Астана. Анка. Ой. Это песчаночка. Такая крупная-крупная песчанка. Жирненькая, сливочная. С таким вот легкий вкус. Я крымская. Еще здесь кусочки есть хакисары. Здесь мелок у меня мой лайт, мой премиум и мой классик. Напоминает мне отдаленно кимбрийскую по вкусу. Вот нотки есть такие у нее прям. Бирюза. Бирюза. Ну вот, пожалуй, все. Легким вкусом земли. Такая вот песчанка. Марка. Это Богородская. Кстати, Богородская мне очень сильно понравилась. У нее такой вкус стройки. А это тоже что это? А, это бирюза. Мама, я буду цветочки есть. Цветочки поливать хорошо. Это у нас бирюза. Тоже мне, кстати, очень глина понравилась. Такая необычная. Так, вроде правильно все сложено. Далее у меня здесь вкусненько. Это что, такие большие красивые куски глины? Извиняюсь. Так, здесь тот кистанчик. Это горная соленая. Кстати, тоже мне очень понравилась такая глинка вкусненькая. Горная соленая. Здесь альбом.
Так, это у нас мотылек. Легкая глина. Вот ее прям нормально такой кусочек. Мотылек очень вкусный тоже. Так, мотылек, а это вот такие вот запасики. Надо сделать печеньки. Что? Попробовать укусить, разжевать. Так, далее у нас что здесь? Здесь у нас тоже глина. Здесь глина Галина. Каждый раз складываю глину, главное, думаю, так, главное не перепутать, главное не забыть. И все равно бумажка, однако, куда-то пропадает. А вот она, бумажка, название. Так, это у нас какая? А, это розовая пудра. Все, это розовая. Галина и Городецкая. Подождите, какой Городецкая? Это что ли? Да, Городецкая глина. Такая Городецкая глина. Такая тяжелая, плотная. Я, кстати, их не пробовала еще. Так, это у нас какая глина? Глина сюда упала. Такая-то я не помню. Такая незнакомка. И вот такой вот аноним. Вкус еще не распробовала. Сейчас немножечко нет времени, чтобы все это... Розовая пудра. Вот это розовая пудра. Так. Здесь у нас что? Астана осталась. Ускут. Манго. И голубая. Крупиночка до конца. Прям такая классная. Разжевывать мне нравится ее. Так. Это Юлина глина. Она не мне знакомка. Надо, кстати, ее начать уже пробовать. Такие запасы. И вот здесь у меня немножечко осталось, что это каолин владимировский. Очень вкусная белая глина. Говорят, даже она прям супер-пупер полезная. Мягкая, бархатная. На вкус нежная. Вообще прям классная. Каолин венецкий. Такие гранулы. Маленький. Так, не поняла, сторис не записался. О чем я говорила? Так вот, пока мне немножко не хватает ни времени на все про все. Храню я это все в закрытых контейнерах, в пакетах. Все складываю себя вот там в уголочки, накрываю, чтобы никакие запахи не присутствовали. Вот. Вот такие у меня запасы. Я надеюсь... Начну скоро снимать дегустацию, хруст. И вы подождете, пока у нас нету времени. Хранить это буду я скоро на втором этаже, когда все разъедутся гости. Вот. Так что, ребят, не теряйте меня, немножко терпения. Скоро захрустим. Буду стараться немножко выкладывать свои видюшечки на YouTube-канал. Не теряйте, люблю, целую и спасибо, что посмотрели этот ролик. Пока-пока. Блин, ну вот как можно уйти и не похрустеть? Ну как, день прям не начнется, если я чем-нибудь не хрустану. Щербет. Ну как же я забыла про свою походную тарелку. Здесь кимбрийская глина. Вот такая красавица кимбрийская. Я сделала из нее пасту. Хочу покушать с песчанкой попозже. Вот такие вот печеньки. Запеченные в духовочке с южным берегом. Здесь кусок того же самого пирога осталось.
Просто печенюшечки. Так, это у нас кто? Это соленая Астана. Тут у меня прям все навалено. Беспорядок какой-то. Это чернянка, это кусок кармина. Это у нас что? Это Астана 1. Очень похожи они по структуре. Тоже кусок кембрийской. Ой, конфетка раскрошилась. Ну и моя походная тарелка, которая требует уборки. Поэтому пока я не хрущу толком, вот такая вот тарелка в беспорядок. Беспорядок в тарелке. Блин, надо еще вот такую штучку съел. Вот они вкусные. Я никогда не думала, что запеченная глина, она вообще просто вкусная. Я не знаю, что это за глина сверху, но она безумно, безумно интересная. Ой, это упало. Ну вот на этом теперь точно все. Пока-пока. А вот я что еще забыла. Здесь халань. Мел халань. Надо его почистить, он сохнет. Он, наверное, уже высох почти, да. И вот здесь крошка, которую тоже надо почистить. Ну, это так уже. Когда очень-очень много времени будет, я сяду и буду ножичком чистить себе кусочки. Это мне пришло в подарок ассорти. Вот. Вот теперь точно все. Надо все почистить.